Сегодня мы провели очередной форум студентов, олимпиада студенческих команд, кружков, педиатрических вузов всей страны, посвященной памяти Алексея Вячеславовича Герасикина. Те молодые будущие детские хирурги, которые, я думаю, что лет через 10-15 станут в буквальном смысле цветом детской хирургии нашей страны. Они все здесь встретились, чтобы провести вот этот конкурс эндоскопической хирургии. Это для студентов сложно, потому что не просто нужно владеть какими-то практическими навыками, но и нужно очень много тренироваться в работе с эндоскопическими манипуляторами. В этом центре они могут ознакомиться с современнейшими технологиями эндоскопической хирургии, без которых сейчас невозможно проведение малоинвазивных операций. И благодаря компании «Шторц» мы имеем возможность сделать операции даже у новорожденных детей, потому что таких размеров инструментов больше нет ни у кого. А студенты могут все это увидеть, могут потрогать, пощупать, ощутить и в дальнейшем использовать в своей работе. Но ведь перед тем, как поехать сюда, заявиться, идет отбор самых лучших, тех, кто тренировался. И, конечно, тренировка идет на том инструментарии, который выпускает компания «Карл Шторц». Это ведущий инструментарий. Но ведь приезжают не одни и те же. Это другие ребята, другие курсы, даже младшие курсы. Но надо сказать, что сегодня даже младшие курсы, третий курс, показали себя с очень хорошей технической подготовкой. Поэтому хочется выразить только благодарность этому учебному центру компании «Карл Шторц», и чтобы так дальше продолжалось, чтобы мы и 20, и 30 лет могли здесь, чтобы студенты тренировались и соревновались. Есть определенные успехи, хотя есть, конечно, определенные недостатки в работе наших студентов, но у них еще все впереди. Это студенты 3-го, 4-го, 5-го курса. И вот те, которые на 3-м, 4-м, я думаю, что за ними будущее. Хотя далеко не все из них сегодня выйдут победителями. Но их участие – это уже победа. Они готовились, они старались, они знают принципы эндоскопической хирургии. И самое главное, они хотят работать в этом направлении. А наша задача – им помочь. И поэтому всегда мы с радостью приезжаем на эти конкурсы. Оборудование прекрасное. Спасибо фирме «Карл Шторц», что обеспечивают они и вот эти замечательные конкурсы, ну и в целом, конечно, работу детской хирургической службы. Благодарность организаторам форума по малоинвазивным технологиям имени профессора Алексея Вячеславовича Герасикина за то, насколько организовано данное мероприятие, и за то, какие огромные масштабы по территории России оно занимает. Именно этот форум позволяет нам, студентам, познакомиться поближе с нашей будущей профессией, а именно профессией детского хирурга. И самое важное, в каких условиях проходит этот конкурс? Мы сейчас находимся в центре малоинвазивных технологий «Карл Шторца». И здесь собраны самые последние технологии, аппаратуры, которые используют во всех операционных мира. Разве это не прекрасно? Нам, как будущим хирургам, будущим детским хирургам России, это важно. Важно понять, к чему мы идем и какой цели хотим достичь.